феврале 2022 года на канале «Россия-1» состоялась премьера сериала под названием «Рокировка». Это драма от режиссера Анны Легчиловой. В основе сюжета история двух семей, в которой супруги меняются местами из-за одной измены. На праздновании годовщины свадьбы Полина застает своего мужа Антона в объятиях ее бывшей одноклассницы Светы. Она не может простить предательство и подает на развод. Главные роли в картине исполнили Лянка Грыу, Иван Стебунов, Анастасия Дьячук, Александр Ткачев, Игорь Бочкин и другие. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Рокировка» не назначена. Сериал завершен. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.